Вадим сегодня затронул тему, о которой я хочу говорить. Я не знаю, с чего это решил так сделать. И тема моей сегодняшней проповеди, ту, которую я обещал уже очень давно, Гог из земли Магог. Гог из земли Магог. Это одно из пророчеств Иезекииля, которое еще не исполнилось, и все с этим согласны. А вот уже вопрос, кто такой Гог из земли Магог, наверное, масса мнений существует, и они с точностью до наоборот, как и будет у нас сегодня в служении. Давайте откроем Деяния святых апостолов, 3 главу, 20 и 21 стих. Я хочу показать стих 20 и 21. Это проповедь апостола Петра. «Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». То есть небо приняло Христа до того времени, пока не исполнится все, сказанное устами пророков. И у нас есть много пророков, которые у нас есть в Священном Писании. И книга пророка Иезекииля, 38 и 39 глава, как раз-таки рассказывает нам о Гоге из земли Магог. То есть Гог – это личность, Магог – это земля. Иезекииля, 38 глава, ну, мы можем сразу прочитать 1-2 стих. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество». В разные времена разных людей называли Гогом из земли Магог. Даже, по-моему, в царской России, когда была Крымская война, англичане в своих политических целях такую доктрину вывели, что это Николай I. Мы сегодня прекрасно понимаем, что это абсурд, то есть это неправда. Рейган также, оправдывая свою холодную войну и гонку вооружения, чтобы убедить американцев платить огромные деньги на вооружение, говорили, что это Россия. Точно так это Джордж Буш-младший. Вот, нужно было оправдать. То есть люди не понимают, почему такие огромные средства тратятся на вооружение. Вот, и им объясняли, что существует опасность. Вот, и они точно навели свои вооружения, то есть на русского антихриста, вот кнопка есть, вот координаты, в случае чего мы поразим Гога из земли Магог. Но проблемой было в толковании вот это слово «Роша». Очень многие люди, они это слово «Роша» толкуют как «Россия». И Россия также была частично в этом заинтересована, потому что у России нет истории глубокой, а как для империи это очень важно. И есть упоминание о Москве, там, по-моему, со школы, я помню, в 1147 году, а до этого кто такая Россия, где она была, то есть непонятно. Была Киевская Русь. Вот. И знаете сегодня, какие в политике события. И нужно показать, что Россия имеет корни. И если говорить о России, о которой пророчествовал Иезекииль, то получается, Россия была еще за 1500 лет до Киевской Руси. Потому что Иезекииль жил в 6 веке до нашей эры. То есть от нас получается уже 2500 лет. Но вся проблема в том, что мы имеем дело с переводом. И переводчики, которые переводили русский синодальный перевод, они не поняли слово «роша». И они просто передали его так, как было это на греческом языке, потому что русский синодальный перевод переведен из так называемой септуганиты, то есть это перевод 70 на греческий язык. Вот. Если вы откроете, например, сегодня современный перевод Библии русской, вы там слово «роша» не увидите.
Если вы откроете вульгату, латинский перевод, вы тоже не увидите. Если вы откроете английский перевод короля Якова, вы там этого тоже не увидите. Французский, немецкий, Лютера и так далее. То есть слово «роша» там не существует. И на самом деле в еврейском языке это слово обозначает начальник, властитель. И вот первосвященник называется коген, там, по-моему, роша, там, ну, не знаю, как он буквально по-еврейски звучит, то есть первый священник или великий священник. Если бы это слово имело отношение к России, то получалось бы у еврея был бы русский священник. Вот. Но это все понимают, что это глупости. Поэтому здесь слово роша нужно понимать, что Гог из земли Магог, который великий, или первый, или главный, или начальствующий князь Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество. И то, что сегодня уже сказал, что эти имена, они есть в книге Бытие, в 5 главе, когда речь идет о расселении после потопа, и когда речь идет о сынах Ноя. То есть у Ноя было три сына, Сим, Хам и Иафет. И вот этот и Мешех, и Фувал, и Магог – это сыны Иафета. Мы можем открыть это место Писания. Сейчас я точно скажу, где оно находится. Вернее, Бытие, 10 глава. Бытие, 10 глава, а там поставьте закладочку на этом. Десятая глава, вот, ну, можно с первого стиха. «Вот родословие сынов Ноевых, Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети». И вот дальше. «Сыны Иафета. Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас. Сыны Гомера там и так далее». То есть Гог из земли Магога, великий князь Мешеха и Фувала. То есть речь идет о сыновьях Иафета. И многие спрашивают, почему Иезекииль не написал там Россия, там Америка, там Англия, там или что-то еще. Дело в том, что в его время таких слов не было даже. И он не мог этого написать, потому что то есть слова такого нет. И как определить, о ком идет речь в книге пророка Иезекииля? Довольно-таки просто. Нужно просто взять карту мира, которая была во время Иезекииля. Если вы откроете любые справочники, вы увидите, где находится Магог, где находится Мешех, где находится Фувал и остальные, которые здесь перечислены, где они находятся. И если взять эту карту и наложить на современную карту мира, мы получим очертания Турции. То есть практически вся Турция. И Магог – это север Турции, это вот находится там земля Магог. Представить сегодня, что Турция, она будет такой сильной и влиятельной державой, мы пока не можем, но мы не знаем, что будет с развитием мира и политики. В 90-х годах, или даже, скажем так, в 85-х, в голову никому не приходило, что развалится Советский Союз. Об этом мы даже мы в это поверить не могли. Если бы говорили пророчество, что это произойдет, то мы с большой натяжкой в это бы верили и думали, кто его знает, может быть, это обольщение какое-то. Точно так, когда сегодня речь идет о том, что Гог из земли Магога – это Турция, в это тоже очень трудно поверить. Вот. Но мы не знаем, как будут развиваться дальнейшие события и как будет меняться политическая система мира. Вот. И те страны, которые сегодня, скажем так, решают все вопросы, они могут сегодня решать, завтра не будут решать. И история говорит о том, что не существовало ни одной империи, которая не рухнула. Ее просто не было. И на сегодняшний день основную или первую скрипку в мировой политике играют Соединенные Штаты Америки. Я недавно разговаривал с одним человеком, он приехал из Америки. Он говорит, мы не можем понять, и экономисты не могут объяснить, на чем держится Америка. То есть это большой мыльный пузырь. То есть, и по идее, давным-давно уже должна была рухнуть вся экономика. Непонятно, на чем она держится. Но говорит, мы как верующие даем этому такое объяснение. Во-первых, в Америке очень много христиан настоящих, то есть не номинальных, а настоящих. И во-вторых, Америка очень сильно помогает Израилю. И в Библии написано, благословляющий Израиль получит благословение.
Но на сегодняшний день Америка меняет свою политику, и новый президент меняет свое отношение и к христианам, и, судя по всему, к Израилю. И это для людей, которые наблюдают за историей, это уже как бы знамение или знак, что что-то может произойти. И обстановка в мире может полностью поменяться. И здесь также в 5 стихе Иезекииля 38 глава, Иезекииль 38 глава, 5 стих. «Вместе с Гогом из земли Магог также будут другие народы». И здесь дается конкретное уже указание, которое нам очень понятно. Это персы, эфиопляне и ливийцы. Кто такие персы? Персы – это Ирак, Иран. То есть это ни у кого не вызывает сомнений, с этим согласны все, здесь противоречий нет. Вот. И мы знаем, как сегодня Ирак и Иран относятся к Израилю. И забегая немножко наперед, я потом покажу вам эти места Писания, речь идет о величайшем сражении, о большой военной оккупации Израиля в последнее время. Это сражение, которое возглавит Гог из земли Магога, его целью будет грабеж, то есть ограбить. В это время, здесь я тоже покажу вам места Писания, Израиль будет жить в безопасности, то есть это будет период большого подъема, и там будет что грабить. И в этой военной операции будут брать участие персы, эфиопляне и ливийцы. Вот. Ирак и Иран, я думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, это арабские страны, вот, которые всегда враждовали с Израилем. То есть они его на дух не переносят. Вот. Если брать ливийцев, ну что такое, кто такие ливийцы? Это вот этот вот странный, на наш взгляд, руководитель Каддафи, который живет в палатках. Помните, когда приезжал в Киев недавно, в прошлом году, по-моему, или в этом, вот, он не во дворце живет, а в палатке. Конечно, там такая палатка, что у большинства из нас и близко такого нету в квартирах и в домах, вот, но тем не менее он живет в палатке, потому что когда-то его резиденцию в столице Триполи, которая столица Ливии, разбомбили, то есть он там очень много выступал, его немножко присмирили, и после войны в Ираке, когда Америка напала на Ирак, вот, он вообще присмирел. То есть он понял, что нечем ему дергаться, потому что Ливия как страна и как армия никому никакой опасности не... То есть это не угроза. То есть у них очень слабая армия и слабая страна. Но тем не менее они будут в этом союзе, будут участвовать. И Ливия находится на севере Африки. Вот, если вы так себе представляете карту, Средиземное море, вот здесь, ближе туда к востоку, Израиль находится, а там с другой стороны, получается, находится Ливия. И Ливия – это исламская страна, арабская страна, вот поэтому тоже нет никаких проблем с тем, что они могут напасть на Израиль, то есть это вполне естественно. Проблема может быть только с Эфиопией, потому что Эфиопия – единственная христианская страна во всей Африке. 60% населения Эфиопии являются христианами, из них 10% примерно протестанты, в основном это лютеране, и 50% – это православные. Вот, и столица Аддис-Абеба. Вот Аддис-Абебу многие знают, а Эфиопия, где находится, не все знают. Это там, где вот сомалийские пираты. Вот, дальше от них немножко, соседи. Вот, и между Ливией, получается, и Эфиопией, там прямо возле Ливии находится Египет. Там тоже он очень часто выступает в пророчествах. Вот, и тоже с ним связаны последние события. Так вот, какая может быть причина того, что Эфиопия как бы втянется в эту войну. Сегодня распространен миф о том, что в Эфиопской церкви находится ковчег Завета. То есть тот ковчег, который построил Моисей. Вот этот миф, он построен на сказке, которая говорит о том, что когда царица Савская, это царица Эфиопская, пришла посмотреть мудрости Соломоновой, не устояла и переспала с ним. Или он с ней, то есть не знаю, кто там был инициатором, но это легенда. Вот. И когда она вернулась в Эфиопию, родился сын. Когда ему было 20 лет, его заинтересовало, кто же его отец, хотел его увидеть. И там целая сказка о том, как он пришел в Израиль, как он был похож на Соломона, как оттуда потом сверхъестественным образом был забран ковчег, и таким образом он оказался в Эфиопии.
Но почему я называю это сказкой и фантастикой? Потому что это противоречит тому, что говорит Библия. Нам последнее упоминание в Библии о ковчеге идет во времена царя Иосии, который жил намного позже, чем Соломон. То есть ковчег в то время не был украден, и никто не бил тревогу, и мы где не читаем в Библии, что сенсация, пропал ковчег. Вот, и сегодня есть такая проблема, когда у евреев спрашивают, как там обстоят дела с потерянным ковчегом, они делают поправочку. Это неправильный вопрос. Ковчег никогда не был потерян. Во все времена всегда жили люди, которые знали точное место нахождения ковчега. И сегодня, когда речь идет о строительстве храма, евреи говорят, что как только будет этот вопрос решен, потому что мы точно знаем, где он находится. И это 100% не в Эфиопии, он находится в Иерусалиме. И я думаю, что в последнее время, когда эфиопская церковь, она об этом трубит очень сильно, и сегодня представители этой церкви заявили о том, что этот ковчег необходим для того, чтобы, когда придет Христос, вручить ему его, хотя он ему абсолютно не нужен будет. Вот. И я думаю, что когда в Израиле будет восстановлен храм, и обнаружится, что ковчег там, эфиопская церковь будет выставлена как лжец. И тогда начнутся проблемы. То есть, так у кого ковчег? У нас или у них? И когда начинаются такие проблемы, начинается взаимное обвинение, которое потом, как правило, приводит к вражде. Вот, на экономическом уровне, в том числе и до военного может дойти. Вот, поэтому на этой почве может быть... Это я как предположение. То есть, я не пророчествую, это я просто рассказываю вам информацию, которую я просто анализирую. Вот то, что может быть. Вот, и вот эти страны, и так написано еще, здесь есть многие другие народы, не описаны какие, будут участвовать в этом сражении. Значит, что это будет за сражение? Значит, первое, что вы должны четко знать, эта война, она будет с целью ограбления. То есть это четко и конкретно написано в Библии, и Иезекииль 38 глава, 12 и 13 стих. «Чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на вершине земли. Сева и Дедан и купцы фарсийские со всеми молодыми львами их скажут тебе», это имеется в виду Гогу из земли Магов, «ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище свое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу». То есть вот это цель этого сражения. Возможно, на политическом уровне будет что-то другое сказано, потому что это не совсем красиво звучит. Где это будет происходить? Это будет происходить в Израиле, то есть на территории страны Израиль. И эта война, она будет происходить в последнее время. Можете себе просто записать Иезекииль 38:8. Я просто вам покажу то, что написано в Библии. В дальнейшем вы можете сами это все анализировать. «После многих дней ты понадобишься, в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно». Вообще, в этом пророчестве ясно показано, что будет это в то время, когда Израиль будет находиться в рассвете. То есть и в экономическом рассвете, то есть и тут даже написано, что будут жить уже чуть ли не без замков, то есть без страха, потому что будет благоденствие. И если вы помните, Даниил говорил о последних днях, он сказал, что для народа израильского отведено определенное время. И там написано 62 седьмины, потом 7 седьмин и 1 седьмина. Всего 70 седьмин. И вот 69 седьмин, о которых пророчествовал Даниил, они исполнились и закончились распятием и воскресением Иисуса Христа. И там так у Даниила и сказано, что Христа Владыки не будет,
Вот, по окончании 69 седьмин, и город будет разрушен, что произошло в 70-м году. Но одна седьмина зависла, то есть ее нету. И потом он говорит, что утвердит завет для многих одна седьмина, то есть последняя. И первые 3,5 года этой седьмины, то есть 7 лет, будет восстановление иудаизма. Будет восстановлен храм в это время, уже будет восстановленный. Будут совершаться жертвоприношения. И в середине этой седьмины это все прекратится. Почему? Потому что написано, будет мерзость запустения. На это пророчество ссылался сам лично Иисус Христос. И он сказал, что когда увидите вот эту мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, тогда находящиеся в Иудее бегите. То есть тогда будет скорбь, которой не было никогда. Я не берусь сейчас точно заявлять о том, когда будет происходить вот это событие, описано пророком Иезекиилем, но это связано с последними днями. И я так предполагаю, то есть я могу передумать, но я пока так предполагаю, что это может быть как раз вот в конце вот этого хорошего времени, первой седьмины. Я так думаю. То есть, но опять-таки это еще не точно, то есть тут очень много еще нужно изучать. И Иезекииль 38:16, это я сейчас говорю о том, о последних днях. «И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни, и я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». То есть, это будет в последнее время. И это будет время, 38 глава, 11 стих, когда в Израиле будет большое благополучие. «И скажешь, поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей». То есть время благополучия, время рассвета, время подъема. Именно в это время произойдет вот это событие. И чем оно закончится? Оно закончится поражением для Гога из земли Магог и всего его войска. И победа, она будет совершена не рукою человеческою, а рукою Божью. Вот. И вы можете записать себе Иезекииль 38 глава с 19 по 22 стих. Иезекииль 38 глава с 19 по 22 стих. Можете дома прочитать, я вам просто перечислю, что будет. «Будет великое потрясение на земле израильской, страх среди людей, животных и даже рыб». То есть что такое произойдет событие? «Обрушатся горы и все стены. Меч каждого будет поднят против брата своего». То есть в этой армии произойдет сражение между собой. То есть что-то такое произойдет, что их приведет в непонятное состояние. «Моровая язва и кровопролитие, всепотопляющий дождь, каменный град, огонь и сера». Почему Бог, когда говорит, я тебя приведу и явлю там свою славу? После этого события все народы вострепещут. И после того, как это все произойдет, написано о том, что 7 лет понадобится на уничтожение оружия, и 7 месяцев будут хоронить трупы. То есть страшное будет событие, и это произойдет в земле израильской. Очень многие связывают это событие с так называемым Армагеддоном. И давайте прочитаем про 7 лет, это Иезекииль 39:9. Иезекииль 39:9. «Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сжигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы, и копья. 7 лет будут жечь их». Я сразу объясню для тех людей, которые не умеют читать Библию. Здесь не написано танки Т-34, там зенитное орудие, там самолеты там, и тому подобное. Почему? Потому что в то время таких слов не было. Даже если бы Иезекииль в видении увидел танк, он бы его не назвал бы никак. Поэтому он это говорит на своем уровне. Это не значит, что мы вернемся к первобытному строю, и последняя армия будет с луками бегать и щитами, будет стрелять друг по другу. Вот, на самом деле это будет современное последнее оружие.
И если бы речь шла о луках, щитах, стрелах и так далее, никогда бы не понадобилось времени 7 лет, чтобы их сжечь. Если будет 7 месяцев достаточно, чтобы похоронить трупы, то сколько может с собой принести один солдат? Если есть время закопать, то тем более есть время сжечь его оружие. Ну, пускай не 7 месяцев, а 14 там или еще, но речь идет о 7 годах. И когда-то я слушал новости и говорили о каком-то из наших складов вооружения, где-то в Крыму, по-моему, я не помню точно где, и там прозвучала такая цифра, что 7 лет нужно, чтобы это оружие утилизировать. То есть современное оружие, его нельзя просто выбросить в мусорку и все. Современные технологии, есть, возможно, там какие-то будет связано это с атомом, вот, какое-то ядерное оружие, и, может быть, нужно будет, чтобы этот военный атом превратить в мирные там какие-то процессы, то есть они не происходят быстро. И здесь сказано, что этим оружием они будут согреваться там и так далее, то есть будет, ну, как это сказать, военное превратят в мирное. То есть что-то, что было для войны предназначено, превратят в то, что будет полезно для быта и для экономики, и для хозяйства. И также 7 месяцев будут хоронить трупы, это Иезекииль 39:12. «И дом Израилев 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю». И здесь сказано о том, что будет специальное место, которое на восток от моря, вот, и имеется в виду Средиземное море, и примерно там находится место, называемое Армагеддон. Поэтому некоторые связывают это событие с, ну, как бы с одним и тем же как бы событием, которое произойдет в последнее время. И также я хочу прочитать из книги пророка Даниила, 11 главы, 40 стиха. Книга пророка Даниила, 11 глава, 40 стиха. Даже можно 41-го, чтобы не читать, читать немного. Говорится тоже о ком-то в последнее время, кто также будет воевать. И написано: «И войдет он в прекраснейшую из земель», то есть речь идет об Израиле, «и многие области пострадают и спасутся от руки его, только Эдом, Моав и большая часть сынов Аммоновых спасутся от руки его». Это Иордания, Саудовская Аравия, там эти территории. «И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля». Кстати, вот этот Каддафи, который в палатках живет, он когда-то поссорился с Египтом за то, что Египет не выразил очень четко свою агрессию против Израиля. Вот, то есть Египет больше склонялся к тому, чтобы было мирно все урегулировано. И там у них даже целая ссора была в конце прошлого века. Вот, и дальше. «И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта». И вот смотрите, «левийцы и эфиопляне последуют за ним». То есть опять идет речь о ком-то, кто будет в союзе с левийцами и эфиоплянами и завладеет сокровищами золота, серебра и разными драгоценностями. То есть грабеж. «Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих». У Иезекииля написано, Бог говорит: «Я произведу суд над землею Магог». Если говорить о том, что это Турция, то получится, вот если эти события описаны, то это будет встревожить его слухи с востока и севера. Потому что Турция находится чуть восточнее и севернее, чем Израиль. Вот, и я потом покажу там тот стих, который говорит о суде. И 45 стих. «И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». У Иезекииля это будет вмешательство Божье. И здесь очень сильно похоже, я так думаю, что это речь идет об одном и том же событии. Вот. «И раскинет свои царские шатры между морем и горою преславного святилища». То есть Иерусалим и море. Опять-таки, это то место, где примерно находится Армагеддон. То есть Армагеддон – это гора Мегидо. То есть, и там очень большая равнина. Логически непонятно, почему она не застраивается, не заселяется. И там прекрасное место для сражения. То есть идеальные условия.
И 12 глава, я хочу сказать, что Даниил главы не отмечал, то есть у него это просто было как одним целым написано. Идет продолжение. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до этого времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записаны в книге жизни». То есть, речь идет о том, что будет скорбь, которой никогда не было. То есть об этом говорит Новый Завет. И когда здесь говорится, восстанет в то время Михаил, князь великий, известно, что архангел Михаил является покровителем израильского народа. В Откровении написано, что он сразится с драконом, и дьявол будет брошен в сильной ярости на землю. И там речь идет тоже о 3,5 годах. И потом дальше. «И многие из спящих во прахе земли пробудятся там» и так далее. То есть это сразу вот за вот этим вот событием. Вот. И давайте вернемся опять в книгу Иезекииля. Конечно, эта проповедь, она немножко сложна в том плане, что много информации. Вот. Но это полезно. То есть я хочу, чтобы церковь научилась читать Библию, и мы поняли, что в Библии написана вся история, которая еще не свершилась. И тот человек, который будет понимать это, он очень четко будет ориентироваться в том, что происходит. И как сегодня Вадим говорил о чипах, которые люди с удовольствием и с радостью примут. Человек, знающий Библию, никогда этого не сделает. Он будет знать, что за этим стоит. А преподноситься все будет в красивой обверточке, в очень красивой. И суд над землею Магог, Иезекииль 39.6. «И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь». То есть пошлю огонь на землю Магог. То есть Бог будет судить. А у Даниила написано, что слухи с востока и севера сильно встревожат его, потому что он Гог из земли Магог. То есть что-то произойдет с его землей. Но ненадолго они будут его тревожить, потому что он будет убит и похоронен в земле израильской. И там написано конкретно, в каком месте это все будет происходить. И сейчас я сам еще разберусь, что нужно сказать. Давайте Иезекииля 39.4. «Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою. Отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым». И это тоже очень интересное местописание по той причине, что если вы помните, когда проповедовал Иисус Христос, Он сказал, что если будет говорить Христос в этой комнате, не вздумайте поверить. Если будут говорить, что Христос вот туда пришел, не верьте, это ложь. И он говорит, что как молния бывает видна. Ну, давайте откроем. Вот, это пока закладочку оставьте. Это Матфея, 24 глава. С 27 стиха. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». То есть это можете, как говорят себе, зарубить на носу. Христос не придет тайно. Христос придет явно. Явно для верующих, явно для неверующих, для атеистов, коммунистов, буддистов и так далее. То есть никто не будет думать, а может быть это не Христос. Все будут четко знать, что это Христос. И дальше, интересный 28 стих, который якобы не имеет никакого отношения к тому, что говорит Иисус Христос. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». И вот одно из объяснений, вот это вот сражение, и там я только что прочитал, что «повелю птицам и зверям полевым пожирать трупы». Вот, где будет труп, там соберутся орлы. И потом, вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст своего света, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою.
То есть здесь написано, восплачутся все племена земные. Чего им плакать? Они поймут, что они не попадают туда. И для всех будет понятно, что пришел Христос. И поэтому, когда появляются всякие там белые братья, синие, красные и зеленые, гоните их в шею. То есть они лжецы, которые говорят, что Христос пришел. К нам только там, мы избранные там и так далее. Ничего подобного. Пришествие Христа будет явным. И здесь написано, пошлет ангелов своих с трубою громогласную и соберет избранных его от четырех ветров, от края небес и до края их. Я верю, что речь идет о восхищении церкви. И я четко знаю, в этом я убежден, что есть два разных понятия. Есть явление Христа и пришествие Христа. Между ними есть промежуток времени. Явление Христа – это когда Христос явится и соберет избранных своих, то есть будет восхищение церкви. А пришествие Христа – это когда Христос придет вместе с церковью. Если смотреть, у Исаии есть в 26 главе об этом пророчество, когда сказано «оживут твои мертвецы», то есть Божьи мертвецы, мертвые тела, тоже речь идет о восхищении церкви. И там сказано «поднимись, народ мой, войди в покой мой и закрой за собою дверь». Когда Ной входил в ковчег, Бог закрыл за ним дверь, а здесь церковь за собой закроет дверь. И сказано «пока не пройдет гнев мой». И после этого Бог изольет свой гнев на живущих на земле, но предварительно Он заберет церковь. Поэтому есть явление Христа, когда все поймут, что это Христос, и восхищение церкви. И вот эти все фильмы, что там незаметно все пропали, никто не понял. Знаете, как есть такие фильмы показывают? Жена в спальне, муж в ванной, там что-то зубы чистит, потом заходит, а мужа нету. Не понял, что такое? Там кто-то, говорят, там самолет летел, пилота не стало, там самолет дальше как-то летит сам. Там. Так вот, пришествие, взятие церкви, это будет понятным событием. Очень понятным событием. Почему антихристу понадобятся чудеса, знамения, силы, чтобы убедить потом людей в обратном? И все будут прекрасно понимать, что происходит. Так вот, еще раз хочу вернуться к 28 стиху. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». И я связываю это с пророчеством, которое сказал Иезекииль о Гоге из земли Магог. И Бог говорит после того, как Он произведет суд над этой большой армией, Иезекииль 38:23. Почему я думаю, что это последнее событие? Но я еще раз хочу поправиться. Если я говорю, что я думаю, я могу передумать. Пока я так думаю. То есть я еще буду читать, потому что я это пророчество читаю уже около года. Чуть ли не каждый день. Вот. И читаю, читаю, то есть, и я думаю, что еще нужно откровение от Бога. 23 стих. «И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь». То есть, если это событие, оно закончится явлением Христа, то люди узнают, что Он Господь. Потом, также, сейчас еще, в отношении хищных птиц и так далее. Иезекииль, так, 39:4 мы прочитали, 39:17-18. «Ты же, Сын Человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам, и всем зверям полевым собирайтесь и идите со всех сторон, сходитесь к жертве моей, которую я закалю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Васане». То есть, где труп, там соберутся и орлы. И я также, почему я связываю это также с Армагеддоном, потому что если вы читали книгу Откровения и события, которые связаны с этим местом, там сказано, что ангел, ему дана будет власть осушить реку Ефрат. Река Ефрат проходит через всю Турцию. Для того, чтобы цари с востока могли пойти в землю израильскую. На место, называемое по-еврейски Армагеддон. То есть, опять-таки, в любом случае, Турция, она каким-то образом по-любому будет в этом участвовать. Или как транзит через нее. Там, ну, я думаю, что когда речь идет
о Магоге, то есть я пока в этом не сомневаюсь, речь идет непосредственно о Турции. И я еще раз хочу сказать, каким образом это можно определить. Возьмите справочники библейские, возьмите карты, и вы увидите, что когда жил Иезекииль, вот там вот написано прямо на картах Магог, Фувал, Мешех, Фаграм там и так далее. То есть и написано, видно территории, на которых они располагались, эти народы. Если вот так вот эту карту и переложить, мы получим Турцию. Единственное, что если, допустим, там в картах этих нету конкретных границ, то если воображать, то можно и до Москвы дойти, то есть вверх туда. Вот, и Грузию захватить, и Кавказ весь там, и туда Краснодар там и так далее. Вот. Но это если иметь очень богатое воображение. Но эти населения, они не были так сильно распространены. Вот. И также это пророчество, оно показывает нам о том, что историей руководят не политики, не президенты, а Бог. И здесь в этом пророчестве Бог обращается и говорит, я повелеваю тебе это сделать, но я тебя накажу. То есть выбора как такового нету. И Бог, Он исполнит все сказанное устами своих пророков. И место, на котором будет похоронен Магог и его полчище, оно описано в Иезекииле 39.11. Иезекииле 39.11. «И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиной полчища Гогова». То есть это происходит на святой земле, то есть опять-таки Средиземное море и на восток от него. И, конечно, там как бы территория, она не сильно большая, но довольно-таки приличная. Вот опять-таки можно это указать как на Армагеддон. То есть не противоречит абсолютно. Вот, поэтому Бог сделает то, что Он сделает. И когда сегодня кто-то заявляет, что Христос вот-вот придет, или чувствую, что вот осталось еще пару дней, я не буду сейчас говорить фамилии, но очень многие известные на весь мир проповедники заявляли, что в 90-х годах придет Христос. Некоторые говорили, 2-3 года осталось. Некоторые сегодня говорят, там 2012-2020 и так далее. Не спешите. Я могу вам точно сказать, что Он завтра не придет. Потому что есть определенные события, которые должны произойти. И апостол Павел, он очень четко говорит, что пока не откроется человек греха, то есть пока понятным не станет, что вот Антихрист, Христос не придет, а понятным станет, что определенный правитель является Антихристом только тогда, когда он сядет в храме израильском, выдаст себя за Бога и потребует себе поклонения. Это написано, ну, очень четко в Библии. И Павел говорит, не спешите верить ни духу. Вот молился человек, и ему голос какой-то, кто-то с ним начинает разговаривать, начинает ему рассказывать, убеждать его в чем-то. Не спеши. Писание говорит, не всякому духу верьте, а испытывайте духа, от Бога ли они. Один брат когда-то ко мне подошел, говорит, я молился, и слышу такие слова, добро пожаловать в духовный мир. Что это такое? Я говорю, дьявол. Вот, вообще, то есть, сама интонация и само обращение, это какое-то издевательское. Добро пожаловать, welcome. Пожалуйста, заходите. Приглашаем вас. Вот, но, судя по тому, что потом с ним произошло, там даже не нужно много ума, чтобы понять, что это дьявол. Потому что, ну, глупости всякие там и тому подобное. Вот, поэтому есть у нас священное писание. И вот это событие, оно еще не произошло. Я думаю, что вы еще дома почитаете эти две главы, и вы поймете, что это еще не свершилось, но это свершится. И есть сейчас для нас хорошее знамение, это страна Израиль. Перед тем, как появится Гог из земли Магог, Израиль будет жить мирно и в безопасности, что на сегодняшний день не наблюдается.
Потом Даниил, который сказал, что 7 лет еще остается, которое определил Бог для израильского народа, и первые 3,5 года будет подъем. Мы знаем, что будет восстановлен храм. Мне не очень приятно было, вернее, обидно за церковь нашу, когда к нам пришел епископ Иоанн и начал рассказывать пророчества православных старцев о пришествии Антихриста. И знаете, что он рассказывал? Он рассказывал, что когда патриарх будет служить службу в храме гроба Господнего в Иерусалиме, к нему подойдет какой-то дядька там, и вдруг у этого дядьки обнаружатся когти на руках. И патриарх сразу поймет, что это Антихрист. И так далее. И церковь слушала. Я думаю, никто не возмущается, никто не спрашивает, странно, зачем я проповедую. Так вот, речь не идет о православном храме. Вообще не идет речь о православном храме. И если говорить, допустим, даже о православии, это я просто как информацию для размышления. Я думаю, что эфиопская церковь, у нее будет конфликт с евреями, православная церковь, из-за того, что они сегодня утверждают, что у них ковчег завета. У них будет серьезная проблема. Почему? Потому что в противном случае им придется сказать, мы все это время вам врали. А они этого никогда не сделают. Если речь идет о Турции и о Стамбуле, Стамбул – это Константинополь. А Константинополь – это то место, где находится Вселенский Патриарх. И тут тоже непонятно еще, какая роль будет православной церкви во всем этом. Когда речь идет о восстановлении иудаизма в Иерусалиме, то евреям, куда ни шли еще мечети, но их больше волнуют православные храмы, а их там в Иерусалиме и по всему Израилю очень много. Для еврея православный храм – это капище для идолопоклонства. Они никак не понимают, как и только идолопоклонство. И если речь идет о восстановлении Израиля и иудаизма, то что-то будет происходить там с православием. Вот. И возможен еще какой-то конфликт. То есть вполне он возможен. Потому что для православия это тоже очень важно. То есть святая земля там и так далее. Хотя место, на котором находится храм гроба Господня, это очень условно. Это очень условно, потому что, если вы знаете, в Иерусалиме две Голгофы. Так называемая протестантская и так называемая православная. Если появится еще третья, я не удивлюсь. За ковчег я тоже еще третью историю слышал. Один у евреев знают, второй у эфиоплян, третья там еще есть какая-то история, там тоже где точно знаю, где находится ковчег. Вот. И охотники сегодня за всеми этими вещами, вот, которые хотят иметь власть во всем мире, они охотятся в том числе и за ковчегом. Копье их интересует, которым был распят, на котором был проколот бок Иисуса. Крест, на котором он был распят. И там даже есть такая целая легенда, что кто это все соберет, тот будет владеть всем миром. Я думаю, что вот как раз-таки Гогу из земли Магог не хватать будет ковчега. Вот. Копье у него будет, наверное. Крестик ему это где-то кто-то выстругает, там скажет, что это испокон веков. Там. Этого будет не хватать. Потому что Антихрист, он захочет иметь власть во всем мире. И более-менее со всеми договориться можно будет, а вот с евреями проблема. Они не поклонятся, то есть у них это в крови, то есть они по-другому не могут. Вот, поэтому это все может связано вот быть с вот этими вот библейскими пророчествами, которые у нас есть. И я думаю, что после этой проповеди вы будете более внимательно читать Библию, и вы будете понимать, что, как некоторые говорят, я раз прочитал, все понятно. Удивительный ты человек. Я две главы читаю целый год, ничего не понятно. Вот. А он раз прочитал, ему все понятно. Вот. Здесь действительно очень четко, ясно и конкретно описаны события, которые еще должны обязательно произойти. Поэтому я сегодня имею такое убеждение, что Гог из земли Магог, князь Мешеха и Фувала, это земля Турция. И это правитель, который будет в Турции. Интересно, кстати, вот сегодня и Вавилон, один трошки немножко затронул. Вавилон, если брать книгу Откровения, я тоже, может, со временем скажу по этому поводу целую проповедь, это город.
И город, который через морскую торговлю как бы получал очень большую прибыль. Я скажу вам, я не знаю еще пока, я ничего не буду говорить, потому что, опять-таки, одни говорят, это Нью-Йорк, вот, Рим, еще там есть Иерусалим, некоторые говорят. А я бы хотел ваше внимание обратить на Стамбул. Это самый большой порт, который есть сегодня во всем мире. Торговый порт, самый большой. И я спрашиваю вот у моряков наших, там вообще, говорит, когда подъезжают туда, к Стамбулу, там моряки бросают тросы, подгоняют корабль, берут сигареты друг у друга и расходятся. Там корабль на корабле. Такого нету ни в Америке, то есть Америка, тем более, там она особо не развита в этом, хотя она большая, то есть и окружена океанами с всех сторон. Но именно там, ну, как бы концентрация всего. Да, там греки, моряки, там еще там, кто там, Нидерланды, по-моему, там. Но вот здесь вот, я спрашиваю, это самое такое большое место. И об этом тоже нужно серьезно подумать, потому что вот я когда читаю Библию, мне туда все сходится. Хотя я реально понимаю, что на данный момент Турция, ну Турция. Армия сильная уже, да? Ну, слава Богу. И также я вам хочу сказать, подтверждение. Также хочу сказать, что пойти на войну против Израиля не так просто. Потому что Израиль обладает одной из самых сильных армий сегодня в мире. Это единственная армия, которая постоянно воюет, и у которой постоянно есть практика. Сегодня есть очень большое подозрение, что у них давным-давно уже есть ядерное оружие. Просто об этом лучше умные не рассказывают. Вот. Но кому надо, тот знает. Вот. И поэтому к ним относятся с уважением. И пойти на войну тому же самому ливийцам, вот этот, который в палатке живет, это как камикадзе. Вот, это, наверное, гибель сразу же. Вот, он не сможет. Эфиопия тоже не обладает армией. Вот, поэтому каким образом сейчас будет перераспределение всех сил, я не знаю. Ирак, Иран, там, конечно, молодцы. Вот, они тоже всегда готовятся к войне, то есть у них такой дух. Вот, и когда Америка напала на Ирак, конечно, вот немножко там поутихли пыл у некоторых там и так далее, но как будет дальше, мы не знаем. Я еще раз хочу сказать, неизвестно, что будет с Америкой. Если не говорить сейчас как пророчество, а просто здравый смысл, смотря на историю, то 100% Америка должна пасть. Во-первых, очень много греха распространено было. Во-вторых, очень много войн, необъяснимых логически и непонятных. Сказать, что это война ради тех людей, которых они якобы защищали, то есть это вопрос очень спорный. Очень спорный. Поговорите с иракцами, поговорите с югославами, как они к этому ко всему относятся. И как сказал Иисус, взявший меч, от меча и погибнет. То есть есть духовные законы. Вот поэтому мы сегодня должны спокойно себе смотреть Священное Писание и, открыв сегодня для себя некоторые моменты, возможно, скоро что-то будет происходить, и нам будет понятно, в какую сторону это все движется, и, как говорят, откуда ветер дует. Вот. И есть такое местописание: Бог ничего не делает, пока не откроет это рабам своим пророкам. И с огромным интересом относитесь к Исаии, Иезекиилю, Иеремии, Даниилу. У Даниила очень много откровений в отношении последнего времени. И есть пророчества, которые свершились, и есть пророчества, которые еще свершатся. И когда речь идет о Христе, один исследователь подсчитал, около 300 пророчеств были сказаны наперед о том, что произойдет со Христом. Были описаны события в его жизни. В том числе и то, что его предадут за 30 серебряников. Об этом было сказано за много сотен лет, как это произошло. И исполнилось буквально. И когда сегодня некоторые пытаются мне рассказывать, что Библия не имеет авторитета, я не понимаю, то есть все ли в порядке у людей с головой. Потому что реально посмотри и реально проанализируй, ты поймешь, насколько это авторитетное слово, и придет понимание, что за этим словом стоит лично сам Бог. И Бог свое слово утвердил на небесах и сказал, что я не оставлю его не исполнившимся. И также я хочу еще раз напомнить то, что я сказал в самом начале.
что небо приняло Христа и отдаст его только тогда, когда исполнится все, сказанное устами пророков. Поэтому не спешите на небеса, а трудитесь, исполняйте волю Божью, служите Богу, и как сегодня Вадим говорил, дома, дети, сады, вот, и так далее. Потому что всегда были известны люди, которые были настроены на то, что вот-вот придет Христос, и даже были такие случаи, когда не сажали картошку только потому, что верили, что Христос придет летом. Были такие случаи в христианской церкви. От чего это? От того, что вот сюда не смотрели. Заглядывали в устах непонятного происхождения пророков там и тому подобное. А читайте Слово Божье. Вот. И поэтому мы ожидаем, что рано или поздно Бог подымет Гога из земли Магог, Он придет и сделает то, что должен был сделать. Аминь. Давайте поднимемся. У меня есть желание, я буду периодически вам такие проповеди подбрасывать, вот, для того, чтобы у вас был интерес к Библии. Я думаю, что следующую, которую я подготовлю, если жив буду и Господу будет угодно, я вам расскажу историю ковчега. Вот, когда он был сотворен, каких он был размеров, что там лежало, чего не лежало, куда его носили, куда с ним ходили и где он сейчас находится. Но я версию расскажу, то есть я не Бог, я не знаю. Но Иеремия говорит о том, что наступит время, когда про этот ковчег даже и не вспомнят. А эфиопская церковь хочет подарить ее Христу. А Писание говорит о том, что будет время, когда, ну, если явится Христос, кому тут ковчег нужен? Ящик. Если сам Господь явился, что важнее? Вот, поэтому очень тоже это интересно в свете Библии. И давайте попросим, чтобы Господь дал нам духа премудрости и откровения, и мы могли познать Его, и также, чтобы Бог открывал нам и давал способность понимать написанное. Потому что это для нас будет большим благословением.